Посмотреть соревнования и выиграть двухкомнатную квартиру. Дирекция Универсиады 2017 объявила о проведении розыгрыша призов. Один из болельщиков сможет стать владельцем недвижимости в Алматы. Ценные подарки ждут и других победителей. До начала проведения международных студенческих игр осталось всего лишь около месяца. Чтобы получить ключи от двухкомнатной квартиры в Алматы, необходимо всего-то купить билет и поучаствовать в розыгрыше призов. Дата, время и место проведения лотереи будут опубликованы на сайте Универсиады. До начала спортивных соревнований осталось ровно 32 дня. И сегодня завершился прием заявок от волонтеров. Число добровольцев оказалось рекордным. Всего было подано 14 165 заявок, в том числе 9 303 заявки из Алматы, 983 заявки из других регионов, то есть из областей нашей страны, 3594 заявки из России и 285 заявок из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Между тем, Национальная федерация лыжных гонок уже определила спортсменов, которые войдут в сборную и представят Казахстан на Универсиаде. В числе кандидатов – победители отечественного чемпионата, которые имеют соревновательный опыт и на международном уровне. Провезли по Кубкам мира, по фисовским стартам, по Европе, по Скандинавии, где они как бы набирались соревновательного опыта для того, чтобы, выходя здесь на старт в таком большом спортивном форуме, они не испытывали какого-то ущемления или давления со стороны соперников. Спортивный форум действительно обещает быть большим. Ожидается, что в соревнованиях, которые пройдут в Алматы с 29 января по 8 февраля, примут участие больше 2000 спортсменов. Динмухаммед Каликулов, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.